Еще совсем недавно зеленый уголок нашего города на пересечении улиц Красной и Школьной с неработающим аттракционом «Лесная прогулка» никого не радовал своей неблагоустроенностью. И вот благодаря немалым усилиям местных властей и финансированию от приоритетного проекта формирования комфортной городской среды здесь появился современный молодежный сквер. Мы побывали на его открытии. Сквер не просто обновился, он приобрел совершенно другой облик. Просто глаз радуется, когда видишь его удачную планировку, пешеходные дорожки, вымощенные красивой плиткой, разнообразные удобные лавочки и, наконец, главную изюминку сквера – центр притяжения молодежи – амфитеатр с мини-сценой. Будет здесь делаться освещение аллей, будет продолжено озеленение. Посеяна трава, посажены еще деревья, кустарник. И здесь будет включена точка Wi-Fi с устройством для подзарядки сотовых телефонов. Вот, поэтому обживайте, пользуйтесь. И самое главное, берегите все это. Это сделано для вас. Амфитеатр сквера был полностью заполнен славянской молодежью. Все, что здесь сделано и будет делаться, это для них. Главное – пользоваться новыми возможностями. Зона отдыха и лавочки со специальными столиками для того, чтобы играть в настольные игры. Здесь, если вы обратите внимание, у нас будет наш молодежный арбат, где будем проводить мероприятия и конкурс «Фотосушка», где можно будет вывешивать свои фотоработы. И сегодня Сережа Карый представляет свои работы, выжженные на дереве, на деревянной основе. Можете пойти посмотреть. Прохладная погода не охладила энтузиазм выступающих самодеятельных исполнителей, которые порадовали собравшихся своим песенным искусством. Горячие аплодисменты были для артистов лучшей наградой. Мы удостоены чести выступать здесь, в городе, в Славянске, на Кубани, на открытии замечательного такого молодежного места. Очень рада, что появилось такое место для молодежи, где могут собираться компаниями, обсуждать какие-то творческие темы, какие-то планы на будущее. Приятным сюрпризом открытия сквера стала и демонстрация фокусов с семьей Виталия и Александры Карых. Развлекательная программа никого не оставила равнодушным. Для творческих людей здесь созданы хорошие условия. Я занимаюсь вокалом, я занимаюсь танцами, занимаюсь рэпом. И очень приятно то, что сделали для нас такое место. В городе очень мало таких мест. Мне кажется, когда будет тепло, лето, вот весна, май, мы будем собираться также петь под гитару, какие-то мероприятия проводить. Благоустройство обновленного сквера будет продолжено установкой уличного освещения и автоматической системой полива газонной травы. Это место просто обречено стать популярным у молодых славянцев. Андрей Вишневский, Александр Косицын, программа «События».